Короче говоря, я пошла в школу. Юмичу, просыпайся, тебе пора в школу. Подписчики проголосовали, чтобы ты пошла учиться, так что вставай. Ужас какой, какая школа в такую рань? Вы что, издеваетесь? Юми, вставай. Можно я не пойду, а? Юми, вставай. Можно мне сегодня не пойти, а? Умоляю. Юми, вставай. Ну что-то мне так нехорошо, кажется, я заболеваю. Юми, все дети ходят в школу, и ты не исключение. Ну какой дурак хочет вставать в такую рань? Там будет вкусный обед. Вкусный обед? Да, в школе очень вкусный обед. Ну ладно, ладно, все, идем. Что надо делать? Надо собрать портфель. Портфель? Какой еще портфель? С этим портфелем, Юми, в школу ходила еще твоя тетя Софи Сан. Это что, Hello Kitty, что ли? Там же внутри ничего нет. Мы с тобой его сейчас соберем. Что, не могли портфель с покемоном дать? Я же покемон, а не Hello Kitty. Какой есть, Юми? Это твоя школьная тетрадь, Юми. Ее сделала наша подписчица своими руками. Какая классная, такая яркая школьная тетрадочка у меня будет. Такая-то-то-то. Подождите, она же с котом. Ну и что? Она же красивая. Почему у нее все кошачье? Юми, не придирайся. Давай положим ее в твой портфельчик и туда же положим твою ручку. Тоже розовая, но надеюсь, хоть не с котом. Можно мне хотя бы игрушки в школу взять? Много игрушек в школу я тебе не дам, но выбери одну. Ну ладно, вот этого тогда одноглазого. Юми, давай скорее, а то опоздаешь. Клади в портфель. Увидимся, глазастик, в школе. Это твоя коробочка с ланчем. Ее, кстати, тоже сделала наша подписчица. Подожди, а что там внутри? Там, Юмичу, твой полезный перекус, чтобы у тебя хорошо работали мозги. Скорее бы уже ланч. Сейчас я пойду принесу твою форму на док физкультуру. О, мой собачий бог. Я пока тайком возьму в школу свой айфон. А то же я там совсем со скуки с ума сойду. Юми, ты готова? Покемон готов, мой капитан. Ну что, Юмичу, удачи тебе в школе. Ладно. Давай, увидимся, пока. Да-да, увидимся. Все, давай, пока. Так, эти физкультурные шмотки нам не нужны. Пока никто не видит, наряжусь в школу в свое классное платье. Здравствуйте. Что за нешкольный вид? Даже смотреть страшно. Так в школу не ходят, Юмичу. Да, уши мне тоже немножко мешают. Так получше? Юми, это в принципе нешкольный вид, поэтому тебя в первый же день придется отправить директора. Вот так сразу к директору? Я же не знала про платье. Не давите на жалость, пожалуйста, ученик. Мы вообще-то живем вместе, тетя Софи. Но сегодня твой учитель и отправляю тебя к директору. Здравствуйте, мой приемный папа Эйвен. Я провинилась. Я сегодня директор школы. Еще один. Старики. Ученик Юмичу, перестаньте оскорблять директора, пожалуйста, ваш вид непристоен. Я поняла, очень извиняюсь. В школу ходят в школьной форме. Снимите свое, не знаю, как его назвать, платье и идите на уроки. Ладно, я поняла. Я вам сделал замечание, в следующий раз позвоню родителям. Вы же все и есть мои родители. Иди уже, Юми, отсюда. Ладно, я пошла на уроки. А платье-то вообще как бы ничего такое прикольное. Но не для школы. Так намного лучше. И первый урок у нас сегодня догоматика. Догоматика важна. Если ты научишься считать, то ты сможешь управлять двуногими. Ладно, давай уже объясняй. У двуногого 4 вкусняшки. Он пытается тебя дрессировать. Чтобы получить все 4 вкусняшки, что нужно сделать? Может, надо их покушать? Нет, Юми. Надо делать вид, что ты вообще не понимаешь, что от тебя нужно 4 раза подряд. Пока он не скормит тебе все 4 вкусняшки. А потом, когда ты поймешь, что у него нет больше вкусняшек, можешь выполнить команду. Круто! Вот это лайфхак. Так ты можешь посчитать, сколько здесь лежит вкусняшек? 4? Ты уже научилась считать или ты наугад? Ну ты сама вначале вообще-то сказала, что у двуногого 4 вкусняшки. Вот я и подумала, что их 4. Да, логично. Посмотри на эти игрушки, Юми, чем они отличаются от обычных. Не знаю, но вот этот желтый мячик очень прикольный. Можно я возьму себе его поиграть? Так, Юми, перестань, хватит. О, господи, Юми, твоя задача сейчас ответить на мой вопрос. Чем отличаются эти игрушки от обычных? А можно я вот этот вот мячик в тряпочку возьму? Юмичу, они отличаются все от обычных тем, что они все испорченные. Поняла? Да, поняла. Можно я пока что, пока ты объясняешь, вот в этот испорченный мячик поиграю? Нет, Юми, скажи, сколько здесь испорченных игрушек? Ну я хочу поиграть в мячик! Юми, ты не имеешь права грубить своему учителю. Простите, то тогда я вот этот лозовый возьму. О, собачий бог, зачем я подписалась под это? Иди сюда, горошинка моя. Суть догоматики здесь в том, что когда ты знаешь, что у тебя 6 испорченных игрушек, ты можешь выбросить седьмую, новую. Ой, смотри, мячик катается. Юми. Сейчас я его возьму. Я поняла, Софи-сан, догоматику поняла. О, как же это сложно быть учителем. Ой, звонок же не слышишь? Все, у меня перемена, я пошла играть, пока. Пока. О, у тебя есть айфон, Юми? Миша, ты же моя приемная мама, ты что тут делаешь в школе? Я сама ничего не умею, поэтому я так помогаю по мелочи. Ты что, уборщицей тут что ли работаешь? Ну, типа того. Короче, не зря пугаешь, что если не будешь учиться, будешь уборщицей, да? Да, Юми, не зря. А у меня перемена и мне скучно, давай поиграем, а? Ну, не знаю. Ну, давай, смотри, я тут игрушки нашла. Ну, давай, поиграем. С покемоном, Юми, чего на перемене? Ну, давай. Ой, ты что, ходить разучилась? Да нет, осталось. Ну, уф, ты какие у тебя очки, я тоже такие хочу. Могу поменяться с тобой на твой айфон. На айфон? Ну ладно, давай. Почему-то все такое полосатое. Чувствую себя настоящим покемоном в супер крутых очках. Ой, мне же в столовку пора. Сегодня рыбный день. Фу, рыба на обед в столовке. Я сказала, что вкусно кормить будут, блин. Больше ничего не будет. Лучше б денег дали с собой в школу карманных. Урок начался, на парте беспорядок, а ученика нет. Ой, извините за опоздание, я пришла. Я директор и по совместительству учитель догературы. Чего? Что это такое вообще? О, глазастик, привет. Юми, почему у вас на парте такой беспорядок? Надо прибрать. Ладно, я сейчас приберусь. Только я это вспомнила, что мне, чтобы заниматься, нужно съесть ланч.
Я рад, что тебе было вкусно, но ланч во время урока не едят. Все, простите, пожалуйста, извините, я больше так не буду. И на парте вообще-то попой не сидят. Это некультурно. Ладно, мы начинаем наш урок до гературы. Мы будем учиться читать по притче «Женщина и природа». Какое страшное название. Давай, Юми, открываем первую страницу нашей притчи, сейчас мы будем ее читать. Кроме до гературы, у нас также в школе будут догография, догология, собачий язык, иностранный язык двуногих, физдогатура, догомузыка, дрессировка и воспитание от двуногих и... Ученик, почему вы в телефоне, когда я объясняю? На уроках телефоны запрещены. Я сейчас его у вас заберу, выключу на нем звук и положу его вот сюда. И до конца урока он будет лежать у меня, понятно? Простите, пожалуйста. Итак, ученик Юмичу, давайте читайте. Я покемон. Хорошо, покемон, читайте. Жила-была одна женщина, и она очень любила природу. Там такого не написано. Это была проверка. А начинать мы будем с букваря. Интересно, что будет, если все покемоны... Привет, ребята, вы тоже скучаете? Согласны, М и Л. А что у меня тут еще есть? Ой, может мне учителя нарисовать? Чем ты там занимаешься, пока я говорю? Я все записываю, да, А, Б, В, Г, Д, Ж, З. Ты что, там меня нарисовала? Что это такое? Зануда, Эйвен? Нельзя рисовать плохие рисунки про учителей, тем более на уроках, Юми. А по-моему, даже похоже, нет? К директору, Юми, быстро. Так подожди, ты же сказал, что ты сам директор. Да, точно. Если хочешь увидеть Юми еще в школе и на других уроках, например, биологии, точнее, догологии, тогда ставь лайк этому видео. Много лайков, и Юми будет в школе. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Да-да-да-да-да-да-да. У вас школа кончилась, ура! Поздравляю вас, друзья! И я, покемон Юми Чу, в школу очень не хочу! Но почти все проголосовали за, и теперь я в школе звезда! Все, Юми, хватит, достаточно уже, все, хватит! Юми, хватит!